Любишь GTA? Подписывайся, посмотрим сколько нас. Сынок, ты чё играешь в это говно? Да в Steam все игры по 2000 рублей, а... Ты чё? Ты что, не слышал про группу ВК WTF Keys? Там бот дает игры бесплатно. Нужно лишь написать в сообщение группы «Бот, дай ключ». Судя по отзывам, тут реально падают PUBG, GTA и другие топ-игры. Ссылку найдешь в описании! Хей, всем здорово, чуваки! Меня зовут Рейлюха, и сегодня у нас будет очень и очень крутой видос, который вам точно понравится. Мы будем звонить Момо в GTA 5. Я думаю, вам уже интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые интересные ролики. Ну а мы, ребятки, погнали! Как вы знаете, Момо — это такой супер хайповый, теперь страшный персонаж у нас в России и так далее, в разных странах, короче, да? Это страшилка пришла к нам из Испании, такой вот, собственно, хайп был около нее, да, и сегодня мы ей позвоним. Как вы знаете, у нее свой номер, она сама звонит, это такая девочка, короче, с куриными лапами, блин, вот, такая маленькая и, короче, на страшных таких лапках. Но я думаю, вы знаете, и сегодня мы будем ей звонить в GTA 5, и я думаю, точно что-нибудь будет, ведь, собственно, это у нас хайповая тема, все ее проверяют, ну, мы сегодня проверим в GTA 5, в общем, погнали, меньше слов, большее дело. Все, ребятки, давайте я введу, точнее, номер телефона, я хотел сказать, да, давайте я поставлю вот так. Включим мы контакты и будем вводить номер телефона. Как вы знаете, там есть один только номер, который, по идее, рабочий. И сегодня мы его введем. Так, давайте 8, 1, 3, потом вроде 4, 5, 10, 10, и осталось 2, 5. И последняя, ребятушки, цифра — это 3. Фух, ребятки, вы готовы? Я готов. Позвоним впервые. Погнали. Так, пока что ничего не было. Но мы сейчас позвоним еще один разочек. Я не знаю, честно, возможно, это должно работать. Я честно, я вроде, ребятки, должно работать. 1, 3. Так. 4, 5. 10 и 2, 5, 3. Фух, все, второй раз звоним. Погнали. Так. Окей. Окей, почему-то ничего не... Что? Вы, ребята, это видите? У меня появился маркер. Так, стоп, маркер на карте, чё? В смысле? И он куда-то ведет. Какую-то деревушку. То есть у нас вот тут вот получается, ребятки, пустыня. И сюда. Что? Окей. Окей, давайте мы туда поедем. Хорошо. Окей. Ладно. Давайте мы возьмем какую-нибудь тачку. Вот эту вот, допустим. Вообще, ребятки, без разницы. И поедем на то место. Я что-то, ребята, я, ребят, в шоке. Окей. Поехали на то место. Хорошо. Ну, а, ребятки, пока я еду, я просто не могу представить, что там сейчас будет. Потому что, я честно, я не знал то, что может появиться просто так маркер на радаре. Это серьезно какая-то жесть. Окей, ну мы сейчас едем. Я думаю, там будет что-то очень жесткое, крутое и... Короче, вы меня понимаете. Возможно, там сейчас будет что-то очень страшное. Но мы сейчас на это посмотрим. Я уже, кстати, почти подъезжаю. Вот осталось 1,5 километра всего лишь. И мы посмотрим на это чудо. Возможно, там будет сама Момо. Если это не обманка. Просто, ребята, у меня впервые, серьезно, впервые появился маркер на радаре в GTA 5. И сейчас мы его проверим. Так, ну вот, осталось совсем чуть-чуть. Каких-то 800 метров. Ладно, сейчас мы подъедем. Вот, блин, даже как-то страшно, серьезно говорю. Как-то даже страшно подъезжать туда. Но все равно проверить-то надо. И вон я уже вижу это место. Похоже, это оно. Какая-то церквушка или что-то такое. Окей. Окей, а почему церквушка именно? А, так это, ребята, так это же у нас, как говорится, кладбище. Что? Я помню, это кладбище было. Так, стоп. Давайте мы срежем вот так вот. Аккуратненько. Да, ребята, это кладбище. Так, давайте мы выйдем из тачки и пойдем. Так, я возьму, ребята, калаш. Я возьму калаш. У меня, кстати, бессмертие включено в игре. Так что меня не убить, даже если тут что-нибудь будет. Но пока я здесь ничего не вижу. Серьезно. Так. Окей.
Блин, я зайчика испугался. Тут зайчик бегает. Так, окей. Пока здесь никого нету. А почему? Какой смысл меня сюда тогда направлять, блин? Так, можно здесь? В самой... На самом кладбище. Так, зайчики бегают. Ну, зайчики, это понятно. Окей. Зайчики бегают. Хорошо. А это что, ребята? Тут какие-то две тетки стоят. Я серьезно не понял. Здравствуйте. Почему две? Хай. Эй. Я, ребята, что-то не... Что? Ну вы не похожи на Мома. Алло, вы кто такие? Эй. Чё? Ребята, я просто не понимаю. У меня на радаре еще один появился маркер. Я что-то, ребят, совсем не понимаю. Что за фигня? Давайте мы их убьем. Они неубиваемые, они просто почему-то возрождаются. Окей. Мы отсюда угоняем, ребята. Это какое-то очень тупое место. И тут непонятно, что происходит. Давайте мы отсюда серьезно уедем. Потому что у меня появился еще один маркер. Вот. Вот здесь. Вот здесь! Что-то такое, это очень близко. Походу, это что-то связано серьезно с кладбищем и Момо. Это реально какая-то жесть. Окей. Хорошо, мы возьмем нашу тачку и поедем на то место. Так. А, так оно близко совсем. Вон тот домик горит. Я его даже вижу уже. Окей. Хорошо. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Проезжаем мы сюда. И что здесь? Тут сидит... Что? Мне не показалось, ребята? Тут сидит какая-то девочка. Так, погоди, стой. Тут сидит какая-то девочка. Вы только на это посмотрите. Очень маленькая. Ростом, как будто это реально Мома. А может, ребята, это Мома еще когда... У нее... Так, когда она еще не была такая страшная? Или же нет? Я, ребят, честно, не понимаю и не знаю. Так, стоп. Что? Их двое! Их двое. Капец. Почему их двое? Возможно, у Мома два характера есть, добрый и злой, я честно не знаю. Окей. А давайте, ребятки, перезайду в игру, потому что я просто не понимаю. Серьезно? Это не баг с игрой, это реально Мома? Стоп, сейчас я, ребятки, перезайду в игру, и мы посмотрим, что же будет. Все, давайте. Так, ребятки, я перезашел в эту игру. Опять же, зашел на это место, приехал на это место, и смотрите, за мной кто-то бежит. Их двое. И они невидимые, и они еще с ножами. Что? Я не понимаю. Ребята, это, походу, охрана Мома. Я честно не понимаю, почему они меня хотят убить. Серьезно, алло. Привет. А почему я не могу с ними, допустим, подружиться? Почему им именно надо меня убить? Так, а вон сама эта Мома сидит. Вот это Мома. Мома, Момо, Мома. Привет. Капец. Это, походу, знаете, я же два раза ввел номер Мома. И, возможно, когда ты... Сколько раз ты ведешь этот номер, столько у тебя и будет противников от этой Мома, блин. Капец. Капец, ребята, это просто капец. И как от них спастись? Так, а что там, как у нас дела на кладбище? Где моя тачка? Стоп. Стоп, 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 стоп. Моя тачка пропала. Если она на тачке приезжал, моя тачка пропала. Что? Окей. Хорошо, сейчас мы добежим до кладбища, вон оно там где-то. И посмотрим потом, так, стоп, у меня же есть ноу-клип. Давайте я лучше вот так вот. Вот, кладбище, тут же была та девка, две девки. Я не заходил, сейчас мы посмотрим. Их две или сколько? Так, я все равно, на всякий случай, возьму калашик. Так. А где они стояли, ребят, я что-то забыл, вон там он где-то, да, вроде? А, вот они стоят, что-то их сначала не заметил. Привет! Опять их двое? Да, вот я ввел два раза номер, и вот их двое. Окей, хорошо, назад. Назад, ребятки. А что у нас тут, как дела? Вот с этой темой, вот с этой Мома. А, типа, а там Мома какая? Если эта Мома маленькая, а там что? Ее мамка, что ли? А, вот их двое, да. Все, два раза ввели номер, две Мома. Все понятно. И убить я их
Могу, смотрите, я их убил. Приструнил Мома, короче, вот они легли в одной и той же позе. Окей, ну это реально очень стрёмно как-то. Это дом Мома, ребята, в GTA 5. Капец просто. Вот, два челика с ножами, или челиков, чувих, блин. Или это Мома, или то Мома. Ребята, я просто в шоке. Я ввел номер Мома, и в GTA происходит какая-то просто непонятная фигня. Ставятся маркеры сами по себе. И так далее. Капец просто. Просто, ребятушки, капец. Ну, это жесть какая-то, серьезно. И еще, кстати, я заметил на телефоне 000. И меня убивают. Серьезно, в полночь. Капец. Просто капец. Ну, это понятно. Ясно. Окей. Хорошо. Вот дом Мома. Я думаю, на этом можно серьезно закончить. Вот такой вот был видосик. А если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. А с вами был Райлюха. Желаю вам всем удачки. Не болейте, оставайтесь такими же классными. И всем, ребятушки, пока-пока.